Всем-всем доброго дня. Да, приветик. Всем передаем приветик. И в комментариях спрашивали, покажите полностью весь двор, а то непонятно, что у вас за двор. Ну и вот начнем с веранды. На веранде у нас тут и палатка, и белье сохнет. Манеж что стоит, то не стоит. Здесь также есть и столики, стулья. Вот там кресло яйцо, но на нем сохнет пледик. То есть здесь шкафчики. И пойдемте, обычно мы гулять идем отсюда. Пойдемте гулять. Товарищи, товарищи собаки, товарищи собаки. И вот мы выходим. Здесь вот немного зелени. Такое вот место. Тут все застелено искусственным газоном. И вот лунки сделаны, то есть откуда и растут дерева. Самое большое это вот сосна вот эта. Ну, моя многострадальная тыква. Да? Тыква многострадальная. Бусюсик. Здесь большая будка. Кто будет себя плохо вести, будет сидеть и жить в этой будке. Батут. Там маленький сарайчик. Слушайте, такая удобная штука. Пластиковый сарайчик такой. Очень даже удобненький. С окошечком. Совсем на свете. И вот так открывается. Там много всякой-всякой всячины. Оп, закрыли. Так, малыши. Малыши, малыши, малыши. Мангальная зона. Лавочка. Гамак. И здесь вот вдоль дома. Пойдем, бусенок. Бусенок, веди меня вперед. Идем, идем, идем. Вдоль дома проходим. Тут немножко зелени, шмелени. Здесь калиточка, которую можно закрывать, чтобы псы не ходили без разрешения, чтобы на одной половине участка были. Идете со мной? А что-то Доня у нас не пошла. И здесь вот уже, где находится вход. Здесь ворота для машины, машина под теном, потому что тут град был, чтобы ее не повредили. Калитка, в которую заходим. Мусор 2 раза в неделю вывозится. Вот это вот банька. И вот главный вход центральный. То есть через который можно зайти домой и пройти сквозь дом туда на веранду. Ну вот такой дворик. Вы спросили, мы рассказали. Да? Ну что, малыши, все мы рассказали. Ну а мы желаем всем хорошего денечка и отличного настроения. Вон, бегуська уже поскакала, поскакала.